Кажется, игроки, как и я, ощущают всю важность того, что будет происходить сегодня на поле. Завоевание кубка, путь к кубку, огромная задача и огромное достижение. А самое интересное, мне кажется, что я даже знаю, что за команда выиграет этот кубок, но все карты сейчас раскрывать не буду. Симонс. Снова удачно. Мяч будто сам находит партнера. Игрок бьет. Вот это гол! Вот это гол! Молодец! Хороший удар! Огромное удовольствие наблюдать за такой точной и выверенной игрой. Разыграно как по нотам. Команда совершила прорыв. В итоге счет 1-0. Есть время, его вся команда почти поддерживает. За мгновение до удара нападающий лишился мяча. Вот придумщик. Отлично. Защитник получает мяч рядом с своей штрафной площадкой. Подкат и ошибку допускает защитник. Похоже, это фол. Я не понимаю, что происходит? Что с судьей-то? Здесь явный фол, толчок в спину. Ну как так, что защитник отделался штрафным? Этого точно не опекали. Сразу угловой. Неудачно выполнен угловой удар. Какой выверенный подкат. Четко в мяч попал. Вот это действительно красиво. Ван Бютен. Бывает полезно вот так немножко поддержать мяч, разрядить ситуацию, дать команде передохнуть. Буфель. Отрыв в один мяч – это, конечно, приятный итог первого тайма, но ничего не определяющий. Вот это контратака! Как будто на велосипедах приехали с такой скоростью. Какая возможность? Он блокирует его. Ну же, давай! Да, мяч в ворота. Игру. Счет становится 3-1. А некоторые считают, что когда тебе дают подобные пасы, любой может забить. Может быть, но вовремя выйти на ударную позицию – это талант. Он сейчас сыграл решающую роль. Хорошая схватка. Игрок получил мяч и возможность атаковать. Тут же бросается в атаку. Давай, вся команда на тебя смотрит. Не смог ему держать мяч. И это реально подавляющее преимущество. Посмотрите, ну, конечно, удары. Вот классный гол. Я впечатлен. Мне кажется, этим ребятам надо пробовать себя на 100-метровке. К
как хорошо, когда защитник владеет таким пасом. Игрок подхватывает мяч на фланге. Будет ли навес? Ну, один удар, давай же. Он бросается под мяч. Какая небрежность. Встретился с мячом как по расписанию. А вот и пас. Территориальное преимущество полностью на стороне атакующих. Бисли. Отлично. Счет 4-2. Кажется, у них появляется шанс. Постарался футболист нейтрализовать вратаря. Мяч даже коснулся стойки. До него было просто невозможно дотянуться. Два гола на его счету. Какая вдохновенная игра сегодня. Я думаю, что не последний мяч. Длинная передача вперед. Да, неудачный. Очень неудачный удар. Мяч проходит далеко от ворот. Да, такой удар никуда не годится. Мяч летит далеко вперед. Грубая игра. Очень опасный отбор мяча. Похоже, сейчас игроку покажут чужим. И арбитр решил, что этот прием достоин желтой карточки. Прав судья, по-моему. Дорога к воротам закрыта. Мне кажется, он уже из чисто спортивного интереса не расстается с мячом. Хороший шанс забить. Защитник верно оценивает ситуацию. Симонс. Мяч все еще у них. Он оставил мяч. Ван Дам. Ну карточку, карточку, судья. Зачем же еще у тебя карточки? Горчишник взял этот подкат. Ну что ж, кажется, обошлось без травм. Но за такую агрессивную игру можно получить не только желтую карточку. Как легко отобрал мяч нападающего. Ерони. Нужно просто обыграть вратаря. Вот так в кошачьем прыжке. Вбрасывает мяч вратарь. Мяч ловко увернулся от защитников и находит партнера по команде. Наверное, сейчас будет гол. Давай же, не упусти этот шанс. Эх, штанга. И счет к концу первого тайма 4-2. В первом тайме мы увидели немало красивых моментов. Вновь начинает. Ну и наказывать, наказывать карточкой. Нет, по-моему, этого не будет. Судья посчитал эпизод недостаточно жестким. Нарушение правил. Да, это не подкат, это фол. Предупреждение. Вот еще одно предупреждение. Нужно охладить свой пыл. Играть осторожно. Но надо забивать. Какой подарок. Ну и что же, гол теперь, да? Ну бей же, откуда ж тогда и бить? Мяч летит в штангу. Буфель. Защитник играет вперед. Будет гол. Но теперь коснулся мяча и спас ворота. Мяч уходит за лицевую угловой. Удар по воротам. Мяч попадает в штангу, но остается в игре. За такое нужно наказывать.
Он заставляет защитников сместиться к краю поля. И что говорит арбитр? Да, это угловой. Хорошо играет вратарь. Ну а как тут еще было играть вратарю? Угловой? Пусть сейчас себя покажет. Я бы назвал удар амбициозным. Да, этот удар заставил вратаря понервничать. Почти удалось забить, но приложенных усилий оказалось недостаточно. Игрок выносит мяч головой. Говорится, ведите-ка себя прилично. Бисе. Хорошая позиция для аута. Идеальная позиция для навеса. Блестяще. Ворота были уже за спиной. Футбольный десерт! Какой гол! Вы только поглядите на стадион! Трибуны ревут от восторга! Похоже, вратарь сегодня стоит на воротах только для красоты. Мяч на фланге, можно подавать. Нужно бросить аут. Бисли. Перехват. Ван Дам. Хороший пас, игрок свободен. Очень выгодное положение. Так близко. Да это какой-то табун защитников. Они затоптали его. Он пытался пробить. И пробил. Молодчина. Жаль, что не сумел игрок сконцентрироваться. Команда увеличила игрок от рук соперника. Ирония. Арбитр разрешает играть. Мяч из опасной зоны. Буфель. Искусный пас. Игрок передает мяч. Бисе. Он увидел свободного игрока и отдал пас ему. Попытка атаки. Мяч потерян. Да, удачный пас. В смысле, удача помогла мячу дойти до партнера. И еще один классный пас. Бисли. Резкий пас. И он штрафной. Играйте. Нет, вы посмотрите, какой дриблинг. Никто мяч нет. Он бросился как под танк с гранатой и победил. Пас рукой от вратаря. Удачный пас в глубину поля. Нападающий в прекрасной форме. Вратарь посылает мяч далеко вперед. Вылетает из штрафной. Подкат в пользу бедных. Это не навесы, это семечки. Нужно забивать. Какая смелая игра. Хотели угловой, вот он вам. Команда рвется, штраф. Гол!
Вы слышите? Мяч в ворота! Из очень выгодного положения прошел удар. На табло равный счет. Счет равный. Все зависит только от усилий игроков, но еще немножко от удачи. Какой точный пас. Он проскальзывает мимо. Судья показывает, ничего не было. Самодержанный играет защитник. Он прорывается по краю, оттягивает на себя защитников. Ой, очень опасно обозначает. Арбитр вполне может показать карточку. Арбитр показывает желтую карточку. Справедливо. Конечно, я не всегда согласен с судьей, но это не тот случай. Красиво попытался. Ну и что, что немного не повезло. Потом забьет. Все еще нет победителя в этом матче. Фандам. Очень грубая борьба. У футболиста и мяча-то не было. Но арбитр от чего-то не показывает карточку. Наверное, потерял. У, как их много. Что-то задумали. Мяч уходит за пределы поля. Удар от ворот. Роскошный пас. Опасная игра. Судья назначает штрафной удар. В следующий раз обязательно карточку покажут. Больше не простит. Прекрасная игра защиты. Он перехватывает пас. Очень жесткий эпизод, однако рефери не усмотрел нарушение. Бисе. Теперь только вратарь перед ним. Это шанс забить гол. Очень трудно переоценить важность этого момента. Удар в расчете на то, что вратарь потерял бдительность. Слишком неточно, голом тут и не пахло. Наверняка вспоминать об этом досадном промахе никому не будет приятно. Что ж... сейчас точно рассчитать подачу. Мяч у защитника. Симонс. Нужно опередить голкип. Очень нужный гол. Удобную позицию для удара вам никто никогда не подарит. Ее нужно выбрать и завоевать, что он и сделал. А в итоге мы получаем фантастический гол. Команда ведет в счете, но останавливаться, конечно, рано. Замечательная игра защиты, четко и быстро. Везение, безусловно, везение. Вертикальный пас вперед голкипера. Вандам. Буфель. Ну, еще немного, дожать. Пора завершать атаку. Команда имеет хорошие шансы отличиться. Великолепно, но это еще не все. Еще один соперник остался. Блестящий бросок. Да, их стоит похвалить за игру в обороне. Посмотрите, как дружно. Один за... Надо пока.
никаких разговоров. Что ж, такие приемы на поле запрещены. Желтая карточка. Вот это называется попытка выиграть матч любой ценой. Иногда и грязная игра приносит свои плоды, но судья должен быть слепцом. Симонс. Мяч у защитника. Буфель. Мяч и игрок смотрятся как одно целое. Только пробить осталось. Вот реальное обострение. Ирони. Очень важный перехват. На высоте сегодня защита. Еще 15 минут игры. И уж если будет выигран сегодня победитель, то именно сейчас. Вся команда отошла на оборону, требуется подкрепление. Мяч выкатывается за линию поля, будет угловой. И он теряет мяч, но растяпа. Ван Дам. Классная оборона. Да, удачный пас. Буфель. Если так пойдет и дальше, то все футболисты к концу игры будут хромать на обе ноги. Сможет ли он забить? Угловой. Посмотрим, что они смогут извлечь из стандарта. Неплохо придумал, и тем, чем придумал, и исполнил. Да, судья прав. Чистый офсайд. Судья четко выдает флажок об офсайде, хотя очевидно, что команда наиграла это положение. Нападающего в нерасторопности, потому что вратарь сыграл выше всяческих похвал. Верный гол отвел от своей собственности. И вот угловой, надо собраться. Фантастическая игра! Замечательный гол! Какое мастерство! Игрок наконец-то добился своего. Я уж думал, он так и не впадет по воротам. Какой хороший пас. Мне кажется, боковой сейчас помог принять правильное решение. Это определенный фул. Защитники наверняка приложат все усилия, чтобы помешать забить гол с этого штрафного. Мяч летит мимо ворот. Стоило целиться тщательнее. Может быть, в голове у этого игрока и был какой-то план, и все четко было расписано, но технически он его выполнить все равно не смог. Кто-то сам вызывается пробить пенальти, кого-то назначает тренер. Удары без шансов для вратаря. Она в кладу в вратаре. Хорошо контролировал мяч. За этой внешней локтостью будут и вратарь, между прочим. Команда Равлеч. Ох, слишком высоко. Мяч прилетает над планкой. Приехали. Такие не берутся. Но тут, конечно, игрок прекрасно ввел вратаря. Показал перед пенальти, что удар пойдет по центру. И удар низом. Голкипер ошибся. Мяч был послан не в центр, а в сторону. А вратарь не успел среагировать. Здесь я тоже. О, будет низом. Он даже не шевелился. Потому что в глазах не напряжение в воздухе как такое выше. Thank you.
все. Вратарь нырнул в нужном направлении, и гола нет. О нет! Промахивается игрок по воротам. И этот промах стоит команде победы в матче. Что ж, его не за что особенно винить. Футболисты понимают, это игра. А к встрече один на один с вратарем игроки, пробивавшие пенальти, были не готовы. Не выдержали даже взгляда его и проиграли в этой послематчевой рулетке.